Приветствуем вас на канале «Просто про бизнес». Сегодня мы покажем на примере швейного производства, как может преобразиться бизнес после внедрения информационных технологий. Программа УСУ учитывает не только специфику, но и размер бизнеса. Ее можно использовать и в крупной швейной фабрике, и в небольшом ателье, и даже одиночной швее. Основная работа будет заключаться в учете заказов, причем охватывается как индивидуальный, так и массовый пошив. Вы сможете быть уверены, что не нарушите сроки исполнения и будете точно знать, кто и когда должен будет прийти на примерку. А теперь мы покажем планирование для тех, у кого крупный бизнес. Вы будете видеть список продукции, которую требуется пошить. На каждый день сможете создавать заказ наряды. Получите возможность не просто видеть их в табличном виде, а простым перетаскиванием ставить работы в очередь, учитывая загруженность оборудования и человеческих ресурсов. Естественно, параллельно этой работе будет вестись учет тканей и фурнитуры, согласно расписанной для готовых изделий калькуляции. А вы все еще не автоматизированы? Тогда ставьте лайк и пишите нам сообщение, чтобы записаться на презентацию и лично испробовать демо-версию. До скорых встреч!